Всем привет! Если вы являетесь ценителем качества, значит, неоднократно слышали о торговой марке JET. Сейчас мы находимся в выставочном зале в Киеве, где представлены деревообрабатывающие и металлообрабатывающие станки. А вы смотрите компанию «Электромоторы», и я с удовольствием представляю вам Светлану. Светлана, здравствуй! Здравствуй! Что ты можешь сказать о торговой марке JET? JET – это всемирно известный бренд, который занимается изготовлением как деревообрабатывающего, так и металлообрабатывающего оборудования. Марка JET производит станки как для индивидуального использования, так и для профессионального и промышленного. Марка JET – это 50 лет традиций, 50 лет практики, опыта и надежности. Приобретая требуемый станок JET, вы имеете возможность приобрести большой ассортимент оснастки этой же торговой марки. Ну вот и чудненько. А теперь давайте перейдем непосредственно к моделям. Компания «Электромотор». Ни одно столярное изделие, даже любительское, нельзя считать законченным, пока не проведена подготовка поверхности и не сделаны отделочные работы. И шлифование – одна из них. Сегодня мы хотим вас познакомить с компактным тарельчато-ленточным шлифовальным станком JSG-64. Станок оснащен двумя зонами обработки. На ленте удобно шлифовать плоскости и фаски. Также на верхнем торце можно шлифовать внутренние радиусы. Со стороны диска же удобнее обрабатывать внешние радиусы и вышлифовывать торцевые спилы. Станок поставляется в комплекте с шлиф-лентой и самоклеющимся диском 80 грит. Но мы вам сможем предложить большой ассортимент абразивных материалов для этого станка. В том числе и основу на липучке для быстрой смены шлифматериала разной зернистости. Для установки основы диска просто снимите столик и открутите крышку пылеотвода. Обезжирьте поверхность и наклейте диск-липучку. После соберите все в обратном порядке. Такая опция значительно облегчит замену абразивных материалов. Дисковый узел JSG-64 диаметром 152 мм оборудован наклонным столом с Т-образным пазом под угловой упор. Угол стола варьируется от 0 до 45 градусов. Перед началом шлифования проверьте перпендикулярность стола относительно диска. После этого можно юстировать индикаторную стрелку угла наклона. Диаметр штуцера пылеудаления 55 мм. Прекрасно подходит для небольших вытяжных систем или строительных пылесосов. Снять фаски или удалить заусенцы, подготовить поверхность под склейку или удалить старую краску, подогнать деталь в размер или заточить резец – для всех этих операций используются шлифовальные станки. Наклонный столик, установленный на дисковом узле станка, легко можно переставить на ленточный узел. Это бывает полезно для некоторых задач. Для того, чтобы переставить столик, демонтируйте его с дисковой части станка и открепите упор с ленточного узла. После через удлиненную резьбовую проставку закрепите столик уже на ленточный шлифовальный узел. Операция перестройки станка занимает не больше минуты. На ленточной части станка расположена рукоятка натяжения или ослабления шлифовального полотна. А также есть регулировка, центрующая ленту на валу. При необходимости, если лента сбегает в сторону, подстройте ее, на ходу медленно вращая регулировку. С наклонным столом, установленным на ленточный узел, значительно легче обрабатывать более широкие торцевые спилы, а также снимать фаски, строго выдерживая геометрию. Ленточно-шлифовальное полотно размером 100 на 914 мм движется со скоростью 4,8 метра в секунду. Это обеспечивает весьма эффективный съем материала. А для того, чтобы увеличить ресурс используемых абразивов, мы рекомендуем использовать чистящие карандаши. Они очень хорошо извлекают набившуюся стружку и пыль из шлифовальных материалов. Для того, чтобы сменить шлифовальную ленту, сначала нужно снять столик или упор, снять заглушку пылесборника, после этого ослабьте натяжение ленточного полотна и простым движением стяните ее. Далее в обратном порядке. Установите новую ленту, установите заглушку и столик, натяните ленточное полотно и отцентруйте при необходимости. В мастерской всегда должны быть абразивные материалы разной зернистости. Это гарантирует более высокое качество финишной обработки изделия. Ленточно-шлифовальный узел на станке JSG-64 способен работать и под наклоном вплоть до 90 градусов. Для смены угла консоли просто ослабьте фиксатор-шестигранник и зафиксируйте консоль под нужным углом. Положение консоли станка в 90 градусов с установленным упором удобнее использовать для шлифования по плоскости. Съем древесины происходит значительно равномернее и удобнее контролировать положение заготовки. При шлифовании по плоскости в работу вступает упор-ограничитель. Он не позволяет заготовке сбегать по ходу ленты.
Вам остается только придерживать плоскость и перемещать заготовку поперек ленты для более эффективного шлифования. Тарельчатый ленточный шлифовальный станок JSG64 можно с успехом применять и для шлифования внутренних радиусов. Если вернуть консоль в вертикальное положение и использовать ведомый вал как точку обработки. Таким образом, станок способен вышлифовывать искругления. Если подвести итог, то JSG64 решает большую часть шлифовальных задач в мастерской. Торцевое шлифование в 90 градусов и под произвольным углом, по плоскости, внешние и внутренние радиусы, а также заточка инструмента. О качестве и надежности от торговой марки JET не вижу смысла еще больше говорить, вы все видели и так. Обращаю ваше внимание на широкий модельный ряд и широкий ассортимент, который вы можете приобрести в компании «Электромотор». Почти весь модельный ряд станков JET есть на складе в Киеве. Если вдруг какого-то станка нет или этот станок под заказ, то в течение 3-4 недель он будет на складе в Киеве. Гарантия на все станки JET составляет 1 год. Мы осуществляем гарантийное и послегарантийное обслуживание. По поводу покупки станков JET обращайтесь в нашу компанию, компанию «Электромотор» по номеру 530038. Вы обязательно получите то, что вам нужно.